17 ноября Роспотребнадзором были изменены правила для граждан, контактирующих с больными коронавирусом. После контакта с заболевшими необходимо соблюдать строгую самоизоляцию не менее 2 недель, а в случае появления симптомов и подтверждения болезни изолироваться нужно до полного выздоровления. Ранее в России контактные лица должны были держать изоляцию только в том случае, если имеют симптомы болезни. По новым правилам, тестирование должно проводиться в течение 48 часов и не более. Для уже болеющих коронавирусом правила стали мягче. Выписку из больницы можно получить после одного отрицательного ПЦР-теста, а не после 2.